Кадере. У него есть определенные перспективы. Разрывы здесь серьезно наблюдаются. Не поспевают хавбеки ОКЖПС вернуться назад. Отсюда можно простреливать. И пенальти! Пенальти, падение в штрафной площади. А кто это был вообще? Ярослав Богинского. Пятая минута, друзья. И уже имеет шанс Кайрат открыть счет. Самхан бьет точно низом в самый уголочек. Ну, в общем, укладывает мяч. 0-1. 0-1. Гости выходят вперед. Мирас Тулиев. Все это говорит о том, что все-таки чуть быстрее действует Кайрат. Чуть быстрее принимают пока решение. Ну а вот и нападение, да. Спасибо большое, что все это нам показывают. Мирас Тулиев. Такие есть, друзья. Но не ошибся я и не ошибся я с падением Бахтиярова. В принципе, шансов на то, чтобы арбитр не указал на 11-метровую отметку, практически не было. А вот Исламхан и вовсе.